I'm like, what it do, ayy. I just put a to little shawty, swerving in that coupe, ayy. Cheeky fry, don't love no bodies, put it on the truth, ayy. That big girl, I tell us bodies, I just don't know who, ayy. She be for the homie. Сегодня я покажу, как же заработать миллионы денег, просто играя в Карди Шип Тайкон. Я рад всех приветствовать, всем хай, с вами Айрон. И в сегодняшнем ролике мы будем играть в игрушечку под названием Roblox. В режим Карди Шип Тайкон в Роблоксе. И сегодня я покажу способ, который можете заработать тысячи с одной гонки. То есть 100 тысяч с одной гонки. Это пипи. Потому что вы можете так дойти до миллиона, там, может, даже и до миллиардов. Ну, не будем терять, и мы начнем. Вчера вышло обновление полицейское. Там она очень багнутая. Во-первых, вот этот бусик багнутый. Гонки сейчас не работают. Работает вот только полицейская гонка. Ну и драконочки, в принципе, тоже. Гонки, в которых нету чекпоинтов. Вот так вот. И произошел баг на этой гонке, что с каждым разом, когда мы приезжаем, мы получаем какую-то сумму больше. То есть, вот примерно 10 тысяч стало 14 тысяч. Потом 18 тысяч. Ну, я думаю, вы поняли суть. Пока я буду рассказывать, что вчера было, мы проедем эту гоночку. В принципе, эта гонка прикольная. Вот так вот еще дополнительно можешь собирать. Но тут вроде бы от скорости зависит. Конечно, если у вас есть геймпасик этот полицейский, то это круто. Дом прогрузился, гора нет. 2200 уже собрал. И, кстати, тут максимум можно собрать всего лишь 8000 баксов за раз. Так вот, если все прям собрать, то ты получишь 8 косых с этого. Я половину собрал. Я, конечно, очень архи много пропускаю. Но стараюсь собирать все. Ну, 5200 уже. 5300, 5400. Ну вот, 5800. Мы проехали за 10 секунд. 10. А, ну за минуту 10 секунд. Следующую гонку я скипну. И вы посмотрите, сколько будет в следующей гонке. Напоминаю, 10300. Так, мы приезжаем. И смотрите. Пау. Уже, я напоминаю, что было там 10300. Уже 15400. То есть, ради профилактики я проеду третью гонку. То есть, этот способ работает, если вы не будете выходить из карри-шипта. Если вы выйдете и снова зайдете, опять будете гонки, то у вас опять сначала начнется с 10. То есть, сейчас вот пока этот способ не пофиксили, Forza Productions, разработчики, вы можете реально им пользоваться. Для меня он, конечно же, прикольный, но, зная мой интернет, он может в любой момент. Ну, просто вот в этом способе главный враг — это интернет ваш. Это может вылететь, может не вылететь, свет вырубят. Но это насколько вы... Вот просто мой друг Лордик, он дошел до 230 тысяч за гонку. 230 тысяч. И у него просто вылетело, да? Интернет подвел. Ну, гонка сама прикольная. Ну, так реально миллиона можете зарабатывать. Ну, хотя бы тысяч, не знаю. Но вы можете купить полицейскую машину, любую. Даже вот этот вот дешевый Ford GT. Где? А, вот он. Ford GT за 162 500.
спокойно просто, я вам говорю, вы можете вот это просто купить и все. Ну и вот так вот. Ладно, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы как-нибудь денежек поднакопите и купите себе какой-нибудь Хэнси Веном за 10 миллионов. Надеюсь, я вам помог. Ладно, всем удачи и всем... А, ну, кстати, это я почти проехал гоночку сейчас. И вот сейчас посмотрите. Пол. Уже 21 400. С каждым разом я все больше и больше денег беру с этой гонки. Я только 3 гонки прошел. И все. Ладно. Всем пока-пока. До скорой встречи.